Меня зовут Сергей Левченко. Я живу в городе Екатеринбурге и являюсь учредителем и директором универсальной типографии «Альфа Принт». Я не люблю слишком много говорить, предпочитаю действовать. Поэтому 6 лет назад я решил верстать, распечатывать, тиражировать и упаковывать слова. Это стало делом жизни. Первый офис компании – это мой единственный рабочий стол, компьютер, маленькая печатная машинка и резак. Но все это в прошлом. В 2015 году через жернова двух цветных печатных машин и одной монохромной промышленной прошло 342 тонны бумаги. В эволюционной линейке от визитки до книги были листовки, буклеты, календари, каталоги, открытки. Все это клиенты теперь самостоятельно могут заказывать на нашем сайте. Я ценю их время. Оно быстротечно, но напечатанные слова остаются навсегда. Именно поэтому моя бизнес-страсть – это книги. Нашей типографии клиентами могут быть сами авторы и издатели. Причем получить свой экземпляр вполне реально в день заказа. Благодаря набирающему популярность способу издания «печать по требованию», ваша книга теперь не будет пылиться на складах в ожидании своего читателя. Вам нужна всего одна единственная книга? Или парочка на подарки? Электронный макет книги всегда готов к печати. Вам только нужно выбрать необходимое количество экземпляров. По сути, это полиграфический фастфуд. Пушкин о таком мог только мечтать. Я надеюсь в ближайшем будущем запустить автоматизированную линию твердого переплета книг. Но уже сегодня мы производим более 500 000 экземпляров книг в год. Страницы наших книг перелистывают по всей России, и это в эру виртуального чтива. Разве вы еще сомневаетесь, что я бизнесмен?